Ошибздеть. Этот ролик вообще не запланирован. Поэтому за качество монтажа вообще там не брагости, его нет. Я просто сейчас буквально за полчаса, за час вот это слепил. То есть я не ожидал, что буквально за 2 недели можно пробить десятку, когда я 8 месяцев, ну 9 практически, еле-еле набрал косарь. Ну там косарь с копейками. И тут один из роликов наконец-то выстрелил, попал в тренды и народу понравилось. Мне прям каждый день кучами отвечаю просто на комментарии. Ну как, не я кучами отвечаю, а комментариев куча. Я, в принципе, культурно довольно-таки отвечаю. В меня, конечно, прилетают некоторые кучи от уже появившихся хейтеров. Но о них позже. Ну, собственно, и про комментарии я тоже чуть позже расскажу. А сейчас просто хочу сказать спасибо всем, кто подписался, кто поддерживает. Основное спасибо моей жене. Без нее, как бы, наверное, еще летом все это закончилось. Потому что, ну, ни хрена не получалось. Как бы вроде монтирую, вроде что-то делаю, а просмотров нету. Подписчиков нету, движника нету, и желания продолжать нету. И еще огромное спасибо Сергею, он поймет, который Сергей. Без его помощи перед Новым годом вряд ли бы такого же стимула, как сейчас, продолжать все это. Был бы он вообще такой стимул. Чувак просто реально направил в правильное русло, объяснил, что я делал все это время не так, а я много чего делал не так. Ну и, соответственно, помощь его была прям неоценима. Серег, подрасту, тоже помогу, прям обещаю. И вам всем, естественно, тоже спасибо еще раз за то, что смотрите мою дичь, комментируете, пишете, лайкаете и там на всякие опросы отвечаете, что вам больше нравится, что меньше нравится. Я все это буду учитывать, естественно, новые рубрики там вводить, менять, адаптировать, чтобы и мне как бы по кайфу было, чтобы все это продолжалось, и вам, чтобы интерес не угасал. Ну а теперь дальше обо всем подробнее, по порядку. И да, на фоне мое рабочее место, а это вот такая вот шумоизоляция охуенная. Но у меня пока другого варианта нету, как это все исправить, чтобы не было лишних шумов на фоне. Особенно, когда коты ходят, орут, это вообще заебись, блядь, еще и когда фон отскакивает от стенок. Ну, а теперь обо всем подробнее. Во-первых, десятка — это не только цифра, не только толпа вас, не только кайф от того, что я вот читаю ваши комментарии и прям радуюсь, что меня смотрят. И людям заходит моя дичь, которую я пилю. Так еще это материальная часть уже начинается. То есть YouTube начнет платить бабки, хоть какие-то, которые я смогу уже вкладывать в продвижение канала и на улучшение контента. Ну, как улучшение? То есть для начала я хочу, когда первая выплата будет, ну, где-то в феврале, скорее всего, не факт еще, а в рубрике, которые пришли свой реплей, добавить еще стимул для вас, чтобы вы присылали свои реплеи или хотели туда попасть. То есть какую-то там цифру, может, 1000 голды, там, 500, 1500, не знаю, будет за то, что вы попали в ролик. Скорее всего, материала будет прислано много, и, ну, естественно, один ролик — это мало добавить. То есть, возможно, там будут какие-то подрубрики, там, с лучшими, там, выстрелами, еще что-то там. Либо просто в этот же ролик просто какие-то там еще мелкие кусочки будут попадаться, которым там тоже там, по 100, по 200 голды будет тоже прилипать. То есть у вас будет стимулированное желание попасть в ролик. Что-то наподобие ЛНР. Только в моем исполнении. Но это, грубо говоря, планы на будущее. Сейчас пока этого нету, я потом об этом все расскажу, когда я это все буду внедрять. Следующая цель, ну, полтинник, и то это просто посмотреть, за сколько он наберется. А так хотелось бы, конечно, сотку. К концу года это было бы вообще прекрасно. Получить кнопочку от YouTube в награду за то, что я творил тут все это время. Ну и насчет графика выхода ролик. То есть все будет неизменно, также по вторникам будут выходить новые ролики. Всего будет пока 4 возможных рубрики. То есть в конце месяца всегда обязательно будет нарезка танковая. Мне как раз хватает времени, чтобы за месяц набрать какие-то кусочки, потому что я же не из чужих игр все это беру, я сам играю в танки. То есть что-то может случиться за день, там сразу там 2-3 момента каких-то. Может за неделю нихера не произойти. Может такое быть, что там было что-то смешное, у меня настроение было хуевое, и я такой, бля, какая-то хуйня произошла, я даже не знаю, как это обыграть, и я тупо это не записал. То есть тут как бы от настроения и от других факторов зависит, поэтому где-то в среднем за месяц у меня как раз накапливается материалы, чтобы я смог вот там 8-10-минутный ролик там сделать вам как раз в конце месяца прям вот качественную нарезочку. Это одна из рубрик, которая будет стопудово. И вторая рубрика — это вот пришли свой реплей. Я посмотрел, она вам прям зашла. Пока, конечно, не так, как нарезки, но плюс со стимулированием, которое будет в последующем, я думаю, эта рубрика тоже будет довольно-таки ценной для канала и будет набирать много просмотров. Поэтому это вот две рубрики. То есть раз в месяц будет обязательно нарезка в конце месяца. В начале либо в середине
месяца будет «Пришли свой реплей». Потом видос со взятием мастера. Я буду пытаться его сделать еще как-то посмешнее. Может быть, вы что-то будете подсказывать, что мне улучшить именно для этой рубрики, чтобы это смотрелось интереснее. И иногда буду VR добавлять. То есть VR мне самому просто прикольно. Как бы, ну, есть шлем, и есть много игр в Steam, верно. И поиграть в них просто иногда хочется, глянуть вообще, что это за херня творится. А там реально какая-то херня творится, потому что игры сырые, вообще сама технология сырая, какая-то хуета творится, блядь, и прям вот хочется это показать. Ну, собственно, вы можете перейти, посмотреть, там у меня на канале есть ролики уже по VR, ну, реально, так ебанутая херня там творится, и хочется продолжить это все. Вот, если какие-то еще рубрики там в голову придут, я, естественно, буду там экспериментировать, добавлять. Но так хотелось бы, чтобы все четыре рубрики вам, ну, по большей части всем заходило, и продолжать это все, продолжать, и улучшать качество монтажа, потому что, ну, я с нуля все это делаю, обучаюсь всему этому на ходу, скажем так. И вы тоже подсказываете там, что зашло, что не зашло. Я буду оценивать количество зашедших, не зашедших и оптимизировать все это. А теперь перейдем к основным вопросам в комментариях. Основной вопрос, конечно, часто самый задаваемый, это про сходство с Мармоком. Это, конечно же, про сходство с Мармоком. Не знаю, у нас голоса разные, юмор по-своему отбитый у каждого. То, что тролл-фейсы я вставляю, ну, блин, они были придуманы еще в 2010 году. Мармок только их начал использовать, как, насколько мне известно, лет 5 назад. Вообще тролл-фейсы используют везде. Часть из них я вообще сам рисую. Ну, так же, как и он, собственно. То, что их в ролики добавляют, блин, ну это все добавляют. Те, кому не впадло делать монтаж. Кто вообще монтаж не делает, естественно, у них там ни тролл-фейсов, никаких вставок нету, блять. Они просто, сука, склеивают свои кусочки какие-то и все, нате хавайте, так съедите, потому что и так вас нахрена набралось, и мне плевать на контент. А мне вот не плевать, я делаю так, как это вижу. И в некоторых моментах просто какие-то вставки там смешные обязательно нужно сделать, потому что либо это будет это какой-то сложный юмор, либо просто недостаточно подчеркнуто. Также еще по сходству, сам я лично вижу, это структуру ролика. То есть вначале идет как бы предисловие, какой-то там кусочек, затравка, какой-то моментик. Потом интро, потом сам ролик, и в конце вот болтология с рассказом там, ну, послесловие, скажем так. Так это обычная схема любого ситкома. То есть любой, хоть теорию большого взрыва, хоть как я встретил вашу маму, что угодно посмотрите. Вначале идет какой-то кусок истории, потом идет заставка, потом идет сам, собственно, эпизод, и в конце там какое-то отступление, уже когда титры пошли, что-то там еще какая-то херня у них творится. Это, блять, везде так. Это основы юмористического ситкома. У нас, по сути, то же самое. То есть у всех, кто делает похожий контент, это правильно так делать. Потому что это великие умы кинематографа, это все придумали уже давно. То, что это использует Мармок или еще кто-то, или я вот использую, блин, это тогда уже получается плагиат у сериалов. То есть это бред вообще так это называть. Еще очень часто в комментариях встречается про мат. Ты либо говори меньше матом, либо запикивай. Ребят, я так разговариваю. И говорить: сударь, не соблаговолите ли вы отойти в сторону? Да, блядь, пошел ты нахуй! Вам так проще сказать, блядь, и всем понятно сразу. Мне тут надо вот запикивать. Надо культурно. Угу. Может, еще, блядь, мизинчик оттопыривать, когда я озвучиваю все это? Не, ну как бы часть будет запикана в самом начале ролика. И то это сделано чисто для Ютуба, потому что он не пускает для монетизации ролики, которые прям в самом начале какие-то грубые, какие-то с бранью и прочей хренью. Там вот будет либо что-то совсем без мата, либо с закрытым матом. Ну, а в остальном, ну, без ограничений. Собственно, вам это нравится, вы за этим приходите на мой канал, я не хочу отнимать, выключать, убирать, тогда это будут уже не мои эмоции, а какая-то хуйня наигранная. Зачем это нужно? Мне вот это не нужно, мне это будет не по кайфу делать. И вам зачем смотреть просто одинаковые эти говорящие реплеи, блять, которые есть везде на любом канале. Зачем? Потом еще один частый вопрос, это про стримы. Буду ли я их делать, делал ли я их и так далее. Делал, и убрал, и закрыл, и перестал, потому что YouTube смешанный контент не любит, и мой канал поэтому был в днище. Я все это делал неправильно. Для этого обычно заводят второй канал, но у меня пока на это нет времени и желания. То есть со временем я, скорее всего, сделаю еще стримовый канал, и буду туда эпизодически заходить и там с вами катать. Может, еще какие-то там вещи буду показывать. Но пока стримов не будет.
И еще один частый вопрос, это что у меня за моды, от кого, что, как. Это моды от протанков. То есть сейчас я пойду начинать отмечать наконец-то эти 10 тысяч. Потому что до этого я каждую тысячу отмечал с женой. Потом я решил все-таки это прекратить, иначе работать некогда и спиться можно. И решил, что в следующий раз я отмечу, причем, вот, скорее всего, с друзьями, если они успеют прийти к этому моменту. Потому что вы что-то очень быстро до 10 тысяч набираете, а я в этот ролик залью прям как раз, когда 10 тысяч будет. Я прям тороплюсь его сейчас записывать для этого. А вы посмотрите именно какие моды я выставляю в этом модпаке. Модпак можете скачать с сайта ProTanky TV. Ссылку я не буду оставлять, потому что я как-то обратился к Юше, попросил сделать мне рекламу для канала. Но он, видимо, потому что у меня канал маленький, или он просто уже человек немного с зажравшимися интересами, он не захотел меня рекламировать. Поэтому я не буду его рекламировать, я не буду показывать его сайт. Ну, как бы... Модпак мне его нравится, честно, потому что там есть все необходимые вещи для отключения всякого говна, всякие встряски, всплески, затемнения, блять, дым и прочая херня, которые реально мешают. То есть это лишняя бутафория на экране, которая просто отвлекает от игры нормально, комфортно. То есть часть вот этих модов, которые в его модпаке, где там дохерищ, я использую. Поэтому какие моды я ставлю, сейчас будет показано. Вам всем спасибо, у нас уже 10 тысяч, ебанулся! Я очень рад, надеюсь, вы тоже. И до скорых встреч в эфире. Пока. We'll be right back.